связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкцией Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных федераций, призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям.